Легче транжира. Да ладно тебе, Сак. Так, и так. Короче, тут я нашел пещеру вон нам. Заебала, она как-то работает, блядь, вообще неадекватно. Оптимизации вообще нет никакой. Так, ну что же, начнем следовать пещеру. Несколько путей, да? Давай. Да, кстати, я разве не говорил, что у меня клаустрофобия? А у кого ее нет? Я и не из такого выпутался. Надо просто пробиваться вперед. Мы уже не впервые спускаемся в подземелье, но страшно мне всегда, как в первый раз. Каков план действий? Пойти на пролом. Тогда я обойдусь в план. Блять, самурай этот. Тебе конец! Это ерунда. Какую так? И... А, просто вниз. Точно. Ты это видел? Ага. Этот пруд давно пора почистить. Меня что-то тошнит. Итак, идем сюда или туда? Так куда? Куда, ног? Скажите, ваше высочество. Вот что, если зайдем куда-то не туда, то никто потом не будет говорить мне что-то не то. Да я бы никогда. Блять, как мы справимся? Есть два пути. Есть туда, есть сюда. Ладно, давайте сюда сходим. Так. Думаю, быстро мы не сдохнем. Здесь надо идти особенно осторожно. Тише едешь, дальше будешь, да? Лишь бы вообще доехать до финиша. Съебите нахуй. Просторная студия, высокие потолки. Кто-то включил для нас свет. Не просто свет, это солнце. Над нами дыра. Да, световой люк. В логовых демонов? Там наверху что-то есть. Леса и лестница.
Интересно, кто их там оставил? Действительно. Любопытно, что они тут делали. А главное, осталось ли от них что-нибудь ценное? Отсюда снизу разглядеть невозможно. Пойдем дальше. Я не могу туда попасть. Суки. Карабкаться может? Да, типа нет. Типа нельзя. Точно. Так, начинаем сейчас. Да, да? Идем по этой дороге, пока идет. И далеко ли мы уйдем? Рыбалка. Кого тут вообще ловит? Какие-нибудь светящиеся. Ну же, иди ко мне. Рыба, походу, вообще тупая там. Нет.
ты, блядь, заинтересована или как вообще? Вот овца. Ну да пошла ты нахуй, заебала. Бля, чё рыба эта ёбаная? Быстро. Получается все лучше. Пещерная хуйня какая-то. Так ты удочку не забросишь. Размахнись как следует. Я, блядь, шлёп. Чему нахуй? К члену, блядь, поворачивай. Дебил, блядь. Во-во-во-во-во. Ну что, готовься тащить. Да она заебала меня уже. Ух ты, смотри. Да громадина. Громадина. Ахуй. Огромная, блядь. Ладно, пойду я дальше. Не знаю, что это за тварь, но она жуткая! Хватит ныть! Да. Удивительно, что он стоит столбом. Он окаменел.
Я тоже окаменел. Они опомниться не успеют. Ты мой герой. А я думал, ты тебя всегда такой любишь. Это был кошмар. Блять. Вот и приехал. Он окаменел. Победа уже близка. Правда, действуй. Окей! Дайте я! Давай, Промпта! Я справлюсь! Так, что-то там сделать? Селфи-стрела, 10 единиц, да, вроде. Пора как следует отдохнуть. Я сейчас могу взять Промпта и сделать 10 единиц. Селфи-стрела. И сделай красиво. Вот это! Оттуда! Как собака. Нет, блять, мы отсюда пришли, сука. Отсюда или оттуда? А, ну а мы опять заблудились? Не заблудились, а зашли не туда. Не, это весело, что они вообще базарят между собой. Хоть кто-то говорит. У меня уже ноги отваливаются. Если отвалится, сам тащить будешь. Я не стану, даже не надеюсь. Надеюсь, тут есть короткий путь обратно. Хватит болтать, пора действовать. Я он. Спять. Ну что, крыша поехала. Да, хуйня. Конец!
катит нокдаун! Это было напряжён. Это был кошмар. Я устал, как собака. Сказал, что мы справимся. Ни секунды в тебе не сомневался. Но, проверь лестницу. Теперь можно опустить ее и упростить себе жизнь. Это может нам здорово помочь в будущем. Не бойся высоты. У тебя, блин, куча фобий. Клаузофобия. Агрофобия. Сука, такой... Не бил. Сколько я вижу. Парни, у меня дурное предчувствие. У тебя одного. Как ты знал, без подрядок не бывает. Вот и приехал. Все.
смысле, как это все? Так, а теперь мы куда? Я пойду вот это. Ой, блядь, она ж не здесь. Все уже затупил. Затупаем, блядь.
страсть. Мне даже смотреть на это. Время убивать. Ищу тебе. Ромка, берегись. Ясно? Вверх вниз, не опаздывай. Так-то. Он вот сдохнет. Без пощады. Сразу подключить. Ни единой царапины. Кто на новенького? Кто на новенького, сука? Сука, кто на новенького, тварь? Так, вот тут. Здесь мы сможем протиснуться. Конечно. А ты уверен, здоровяк? Вечно. Жах. Сейчас было. Что за хрюки? Прекрати, но! Вот, кажется. Вынесли. Вернулся! Так. Все? Все закосил. Так вот. А. Понятно, короче. Что здесь? Круги. Ну что, давайте так появляется. Начинай молиться. Странно, я здесь уже был, а всех их перебивал. Просто действуй! Это войдет в историю. Ромка, мне нужна помощь! Или что? Просто супер.
Что-нибудь все заново по этим местам пробежать? Ну да, буду начать. Пара! Да ты что? Что тут скажешь? Это ерунда. Какая гадость. Вынужден согласиться. Блестяще. Это легкотня. Шоты, блядь. Как собака. Пора как следует отдохнуть. Так. Кто бы говорил? Что за хрень? Ну здорово тебе, здорово. Я прошел уже столько много всякого, а повидал огромных птиц, огромных всяких еблабанов. И теперь миссия Лесная Ведьма. Ну-ка посмотрим, как что здесь интересного. Я специально решил ее записать. Целый невредимый. Ага. Так, читай. Мальмаланская чаша. Густые джунгли, где, согласно народной молве, живет страшная лесная ведьма. Охотники, желающие лично убедиться в правдивости этих слухов, встречают сопротивлением со стороны руководства штаб-квартиры. Мельтачо запрещает своим сотрудникам заходить в лес. Однако ученые могут свободно проводить тут исследования. И местной флоре и фауне посвящено немало научных работ. Чаще и за изобилует, что за слово такое, изобилует редкими ингредиентами, такими как мальмагриб и
другие растения, из которых изготавливаются лекарственные средства. Богатые залежи стихийных минералов также указывают на то, что эта местность идеально подходит для магического синтеза. На чем и основываются вышеупомянутые слухи? Другие очевидцы утверждают, что обидели в глубине рощи неизвестного огромного зверя, однако их показания мало кто воспринимает всерьез. Считается, что это просто галлюцинация, вызванная летающими по лесу ядовитыми спорами. Тем не менее, люди склонны верить во всематическое, настаивают на том, что чудовище реально, и рассказывают о ведьмином выкормыше. Ведьмин выкормыш. Все, кто готов их слушать. Так. Короче, тут куча всяких тварей, а они, значит, не верят в ведьму. Вы ебанутые. В этом мире ебанутые живут. Внимание, сенсация. Тут ебанутые. Ага, идем. Бабушка-ведьма. Добро вам пожаловать, Якимия. Меня вы ищете? Здорово, старуха. Мы ищем жетон, который охотнику погибшему принадлежал, да? В лесной глуши он. Вас из Мельдачо прислали, верно? Верно. Вроде того. Стихами ты заткнись. Почему охотникам сюда нельзя? Очень не любят они меня, потому что... Ты не даешь. Вы не лес меня, здесь и живу теперь. Ведьмой называют. Но... Старую Каргою. А значит, для них ведьма я. Погоди. Ведьма. Ты? Веришь им, да? Объясню тебе, Манда. Оно позже. Сначала позже, хуёже, броже, ножи. Знаю, ведьма, найдите жетон. Ты, конечно, это молодец. Да, у меня такое вот под рукой всякая хуйня. А сейчас, когда возьму, да, и ёбну тебе по башке этим всем. Всем, что мне. Так. И чё ты мне предлагаешь? Чё, блядь? Ты... Старуха. Все готовы? К чему идти в пещеру? Понимаешь, что это тупо, могли сразу туда пойти. Без ее этого домика из сраного, блядь. Она говорит, что варит зелье. Но что-то ничего подобного я в ее хижине не заметил. Она правда ведьма? Вряд ли ее выгнали. Ни за что, ни про что. Детей она жрала по-тихому. Стопудово жрала детей. Я почему перестал снимать все эти миссии? Потому что игра у меня стала часто вылетать. Но тут, я думаю, интересная миссия про ведьму. Дай-ка я и запишу. Потому что там, где огромный чудовище, там было все просто. Мы идем, убиваем, трали-вали, мы на всех накончали. В общем, ничего такого. Ух ты, обезьяна! Только этого не хватает. Засни-ка ты этого. Это ерунда. Да хуйня все. Сколько же еще раз? Давай, хватит обтряхиваться, иди ты уже, блядь. Омерзительно. На-на. А, сейчас не вовремя! Рука дрогнула. Пизду, баран. Ошеломило, да, мне? Мне совсем нравится драться! А с кем нравится? Если подумать, это ни с кем! Так, скоро мне закончится там жратва. В принципе, вот я и побегал, можно... Так, а тут... Как оно тут вот начинает подлагивать, мне же, блядь... Сразу страшно становится, потому что может выкинуть нахуй.
Можно, в принципе, отдохнуть. Приехали. Я весь липкий и грязный. Будем купаться! Где ты, блядь? Под строю товарища будешь купаться. Ебанутый пробный. Один день прошел. Так, что ты нам пожрать тут приготовишь? Тут достаточно неплохо выглядит. Давай, сделай нам. Страшно это все. Ты можешь сохранить. Я тут нету ладно. Неплохо. Бабушкина дача, ладно. А чекабита покормите. Нету тут, да? О, яйцо вылупилось. Станции Чукомо. Да. Да, привет. У нас тут ваш птенчик вылупился. Можете прийти с ним познакомиться. Ух ты, спасибо, что позвонил. Круто. Я выспался. Ну да, в палатке можно развлечься как угодно. Вообще просто на пол нахуй ложись здесь все. Тебе в палатке. Смотрим по сторонам. Давай. Надо молнию все-таки. Это было довольно утомительно. Так. Как-то, блядь, потемнело очень. 6 утра, что-то очень темно. А, потому что пасмурно. Нет, не пасмурно. Так, ну тут убрали оружие. Зверюга, да, сейчас какая-то выскочит? А, мне жетон надо найти. Осталось только доставить груз. Все? С химией. Я могу просто вернуться ко входу вот так вот. Да-даун. Если сразу не напали, значит не нападут. Где вся музыка веселая?
теперь он стал магазином. Молодцы, вы пропажу нашли. Теперь кому должно, жетон отнесите. И передайте послание мое. Единственного верного не существует пути. Не за другими иди, а за сердцем своим. Хорошо. Так кто ты такая? Зелье варю я. Но зелье толка особого. Поймет не всякий толк этот. Вот и ведьма для них я. Что за зелье? Демонов прочь отгоняют они. На небесах даже ими пользуются. Множат они благость оракула. Когда-то охотникам я зелья целебные сварила, но очень разгневалась та, что главою была. Опасны они, сказала сестра мне. Делай их, раз надо, но живи одна, и помощи мне не будет. Так это она запретила вход в лес? Большая жестокость, да. Но не могу ее винить я. За сердцем своим следует она. Это важно очень. Самому решать должен и сын ее научиться. Если научится, станет главным однажды и сам. Чё? Опасным путем идешь ты. Мощные зелья нужны тебе. Так, ну... Чисто магическое, так... Давай. Нахуй, так вот. Благодарю. Защита, давай, сейчас. Так вот. Мужество. Ой, ну это слишком, чем мне 20-ки сойдет. Ой. Возвращайся сюда. Да дерьмо ты. Хера там 6 километров, да, мне пердолить. Ладно, где там Чико. Пошли. Даже на них ездить надо, все это делать. Я могу, конечно, телепортироваться. Да. Но нет, надо ездить. Опыт накручивать. Путешествовать. Иди нахуй, битва мне уже не так интересно. Вперед! Точно! Ой, да мне так насрать. Что-то там аллигаторы, да? Спасибо, что подвез. Так, вот на машине уже можно телепортироваться. Так. Давай.
и смотреть не на что. По крайней мере, можно купить оружие. Пошли в магазин. Неплохая мысль. Мне эта бабка даст нахуй ключ. Сраная карга, блядь. Вы что-то хотели? Тебе в жопу нахуй пинков. Еще хотите? Как там у вас дела? Точно справитесь? Девятый. Заходите. Ладно, я пока просто попутешествую, да? Добью 10-й, потом... Вы вернулись. Нашли жетон. Да. А еще ведьма передает тебе свое напутствие. Что сказала? Что нет единственно верного пути. Что нужно доверять себе. Как-то так. Правда? Спасибо. Как раз то, что мне необходимо было сейчас услышать. Я же чувствовал, что сам должен пойти за этим жетоном. Так почему же я этого не сделал? Я следовал кодексу охотников. Но раз я все делал правильно, почему же на душе так тошно? Думаю, я и впрямь пока не готов возглавить охотников. По крайней мере, теперь я вижу, чего мне не хватает. Спасибо вам. Вы даже не представляете, как много это для меня значит. Теперь я отнесу жетон семье этого охотника. Вижу, все путем. Это было бессмысленно. Не иди за другими, доверяй себе. Звучит разумно. Да, и более чем банально. Из-за такой банальности Кимия враждует с собственной сестрой. Ее принцип считать себя всегда правой. Сложно все это. Так, ладно, возьму этого. Еще хотите? Давай быстрее, пизди. Вы уже поели? Так. Вот кто у нас вышел на охоту. В день, да? Точно? Да, точно. Берегите себя. Целый километр отсюда. Так. Эти загрузки прям бесячие вообще. Погнали. Угу. Идем. Полегче. Крокодауны. Чё я? Я ж могу. Так, странно. Ладно. Да съебите, пожалуйста. Какие-то здоровые. Деньги.
Так, знаешь что? Нет, пока. Скверно. Берегись! Класс, не быстро! Так. Во-во-во. Так, кто не засасывает, да? Да ладно. Это видео куропатки. Все, и пизда. Курица пизда. Догоняй, сука. Все. Безукоризненно. Мы потратили все силы. Вы можете этим гордиться. Сил не осталось. Здесь очень мило. Ага. Спасибо, что подвез. Так. Станица. Не хочешь пройтись по магазинам? Нам стоит запастись провизией. Да мне в этой провизии, блять, хоть жопой жуй. Еще хотите? О, как быстро! Что хотели? Точно справитесь. Так, ну у тебя три пока. Заходите. Так, давай посмотрим, где. Так.
Угу. Значит, я был здесь, да? Да, вроде как все выполнено. А дальше у нас тут... крепости... Так, ладно, нам к станции Чикоба. Уис. Целые и невредимы. Запах Чукоба ни с чем не спутаешь. Ну, какашки вот эти вот. Навоз, блядь. Куриный помет. Конечно. Кайс, блядь, всем спутаешь. Привет. Вот и цыпленок. Это девочка. Какая ты хорошенькая. Она прекрасна. Даже не верится, что она вырастет такой большой. Эй, как поживаешь, птичка? Отлично, благодаря вам. Заходите к ней в гости в любое время. Ха-ха, обязательно зайдем. Ага, нам так насрать. Повезло птичке, что она попала к Уизу. Это точно. На станции безопасно. И кормят. И друзей много. Есть с кем играть. Ей будет хорошо. Говорят, это лучший корм для Чукоба. Мы его не купим. Так. Чего изволите? Есть ты кто-то еще, да, ну, охота была? Ну, все путем. Да вот. Вперед! Ух ты, зверюга-то какую. Удачи! Снимай отсюда! Так, снимаю. Давай я это сниму. Какое клевое освещение. Пошли. Нам пора идти. Игнес, уходим. Уже иду. Так. До встречи.
Все правильно. Там было сказано, что хуйня вылазит вообще. А, в любое время. Это хорошо. Да блядь! Yeah.
Чисто разъебашили. Этого нам, мне кажется, надолго хватит. Шопинг! Наконец-то! Полегче, транжира. Да ладно тебе, скряга. Че, я могу выйти уже? Нет, и посмотри, нельзя. Это здесь нет слух. Ладно, я сделаю так, потому что могу здесь в трех соснах заблудиться вообще. Три сосны. А мы идем в Чукова. У них тут мир и покой. Чего изволите? Рад видеть, что вы живы и здоровы. Перекусите перед уходом. Можете. Так, у тебя больше зданий нету. Значит, дальше лагерь Телпар или Телмарк. Короче, какой-то там. Возвращайтесь скорее. Хуйня, короче, какая-то. Телпар, вот. Как сейчас, думаю, просто будет охота, ничего интересного сейчас бегать это стороны в сторону, поэтому единственный квест, вот, который я думал будет интерес про ведьму, он так не оказался интересным, то есть еще одно видео просто вот, скуки полное. Ты что, не буду я отнимать твое время, посмотрел, ну спасибо. Где они там? А хочет перекусить? Явно не ты. Ты и так толстый. Ладно, до скорого.